Привет всем, друзья! С вами Ирина Маркелова. И настало время записать очередное видео по доходам в проекте Holdboard. В проекте я принимаю участие с 2013 года. И в благотворительном марафоне сумма, полученная мной уже на кошелек, составила более 9000 долларов. Про благотворительную эстафету я вообще молчу. У меня активно 4 места. Давайте посмотрим мою структуру. 4-е место я активировала не так давно. Здесь только получено всего лишь 40 долларов. Марафон – это забег на длинную дистанцию, там структура только формируется. А на главном месте у меня получено уже 5650 долларов и на двух дополнительных 1390 и 1046. Продлеваю я места заранее, чтобы мне не было так накладно. И вот моя структура. Кто-то профукивает свои места. Вот видите, они горят красненьким, сереньким. И появляются козырные местечки. Вот это вот мое 4-е дополнительное место. Вот это вот мои 3 стоят золотым треугольником. И, соответственно, если человек проплачивается, мне идет и на дополнительное, и на основное место. Так ставить свои места очень выгодно. А вот это место почему я купила? Ну, да потому что оно было очень выгодно. Видите, под ним уже начинает строиться структура. Деньги поступают на мой Payeer кошелек каждый день, даже когда я сплю. Вот вчера вывела еще 50 долларов. Смотрите, по 15, по 5 долларов, по 2, по 3, по 1, спонсорские 3 доллара. Вот 22 февраля, 22, 23. Каждый день идут переводы. 3 доллара, 3 доллара, 2 доллара. И так далее. То есть каждый день я получаю денежные переводы. Как работает система? Вы можете посмотреть на главной сайта. Здесь на главной представлены 2 ролика. Это как работает благотворительная эстафета. Вы можете зарабатывать здесь и 1000 долларов в месяц, и 10 тысяч долларов в месяц. Все зависит от вашего желания и от вашей активности. И не надо говорить, что Ирине Маркеловой просто повезло, и она зарабатывает такие деньги. То, что я имею сегодня, это результат моих прошлых действий. Как работает благотворительный марафон, вы можете посмотреть вот эту презентацию. Марафон у нас работает на бинарном маркетинге с 2018 года. Вот тоже можете открыть благотворительный марафон и посмотреть маркетинг. Кто может участвовать? Как заполняется структура, какие средства куда направляются и так далее и тому подобное. Сегодня приглашаю я и вас строить структуру вместе, получать денежки на свой Payeer кошелек и помогать детскому фонду помощи детям всем миром. А с нами уже более 1 000 000 человек из 162 стран мира. Свою реферальную ссылочку я оставлю под видео. Всем пока!